Приветствую, дорогие зрители, с вами дилер Доминикотик, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши морковные приключения в Майнкрафте. Отлично, я танцую, кошка спит. Так, вставай, она загоралась. Если ты уже как раз такого рыбно-загорающего цвета, загоревшего, жареного цвета, точно, рыбешки, они жарятся обычно. Я хотел сегодня навести порядок у нас в складике. Хотел где-нибудь добыть себе много поводков, привезти домой коровок, сделать тортик. Короче говоря, планов на сегодня дофига. Если у нас будут поводки, то, может быть, мы себе сможем завести даже какую-то живность. Это было бы мега офигенно. Мне советовали сделать у себя на складе небольшую перестановку, и при помощи сундуков-ловушек можно будет взять и очень часто поставить все вот эти вот сундучки. Так, ты можешь заняться аккуратненько арбузом? Порядками здесь. Я с себя сниму свиную броню, потому что, блин, она хрюкает постоянно. Чё она хрюкает вообще? Хрюкающая броня, нифига не круто. Так, а ну-ка, давай-ка, сваливай с меня. Так, берем аккуратненько, снимаем. Вот это мы сейчас тоже себя снимаем. Так, до свидания, хрюкающая броня. Такая красивая, зачарованная. Я, наверное, на себя лучше железную свою старую верну. Да, она мне гораздо больше нравится. И даже, возможно, буду ходить только в одной куртке. Она, конечно, у меня не сильно крутая. И у нас нифига нету дома наковальни, чтобы все это чинить. Ну да ладно. Так, а ну-ка, яйки, до свидания. Эти куры, они просто молодцы, они несут постоянно яйца, такие красавчики вообще. Да, представляешь, сейчас каждый я воспользуюсь. День так. Ну да, они так каждый день этим занимаются. Где у нас сундуки-ловушки, интересно? Так, сундук-ловушка. Угу. А как эта фигня делается? Железо, палочка, деревяшка. Получается сразу два. А мне их дофига нужно. Слушай, у меня столько железа вообще есть дома или нет? Так, а ну-ка, 9-10 железа. Я сейчас попробую. Так, а палочки у меня еще есть где-то дома? Есть у нас дома кошка-палочки? Кошка, у меня нету. Да, у меня есть палочки дома. Нифига себе. Сейчас я понаделываю всякой фигни. Так, начинаем конструировать наш чудесный механизм. Берем вот это, вот это, вот это. Как-то вот так. Отлично. Слушай, шикарно просто. Привет. Чё? Яки. А ну? А, только смотри, кошка, выберутся наружу, поклюют тебя. Я знаю, что куры едят всяких рыбок. Ты рыбья кошка, и они тебя могут съесть. Так, теперь мне нужно сделать себе много сундуков, еще больше много сундуков и еще больше много сундуков. Сейчас у меня их получится целых 24. Ага, там смотрю, что у тебя уже получается тоже, да? Так, смотрим, ну да. 24, ага, так, у меня осталось 4. Я могу себе еще дерево потратить. Кошка, у тебя есть дерево? Нет, к сожалению, нету. Ты мне отдала всю свою древесинку, что ли? А у нас тут вверху есть. А ты... Так. Ну, я, наверное, забираю все запасы. Я сейчас из расходы просто хочу сделать мега офигенский склад. Очень давно его хочу сделать. Но, блин, так лень всегда было. Думаю, что надо все-таки его сделать наконец-то. Давай. Так, а ну-ка, вот так. Все, 20-26. Давай-ка попробуем. Траппер честики. А ну-ка, ставим. Так, тихо. Уж реально получается, смотри. А в Майнкрафте обычно сундуки так ставить нельзя. А у меня получается. Крутяк. Тон-тон. Отлично, так, обычные сундуки. Тон-тон. Это самый мега офигенский склад, который у меня вообще был за все время. Потому что я никогда раньше не пользовался траппер-честами. Это вообще офигенно. Так, а ну-ка, вот так. Что ты там хранить собираешь? Я не знаю. Я еще не придумал, но это самый крутой склад из всех, которые я видел. Все какой он огромный вообще. Да-да. Блинчика там нифига не получится поставить. Ну, тогда у меня сейчас будет какой-нибудь сундук для сундуков. Вот я еще не решил, но, наверное, так оно и будет. Так, а ну-ка, где у нас всякие механизмы, всякая фигня. Я думаю, там, где ведро, туда я сложу тогда ненужные сундуки. Хотя, может быть, как-то он некрасиво выглядит, если честно. Так, ладно, обычные сундуки тогда все выпиливаю. Потом, когда стану богатым, я себе смогу еще позволить, и у нас будет еще больше сундуков. Так, а слушай, у нас с тобой есть кожа вообще? Кошка, ты не знаешь, кожа есть? Не, вот это должна быть, слушай, по-моему, должна быть. А у нас стоит мод, который позволяет переплавлять гнилую плоть в кожу? По-моему, вот кожа, 32 нету. Штучки. А где? Где ты нашла? Там, где кости? Там, где кости? А где ты там увидела? Может, ну я вот, слепой, что ли? Да. А, да, я слепой, все отлично, мы разобрались. Я знаю. Но вроде бы нельзя, Так, а ну-ка, пытаемся. Где она делась? Нет. Тук. Да. К сожалению, пока не вышло обновление. Давайте этого мода, так что сорян. Усмотрите. Да они не будут часто яйца давать, у них производство не настолько хорошо налажено. Так, что мне нужно для того, чтобы сделать... Ага, мне нужно будет еще палочек, куча блинчик. Мне кажется, столько не получится сделать. Раз, могу два. Нарубать дерево пойти. Сейчас придется идти рубать дерево, потому что у меня только две рамки получилось сделать. Так, поставим сюда.
будем там хранить что, ничего. Ну идем, я с тобой тут иду. Чего я тебя буду заставлять делать мужскую работу? Ну я... да, чего бы это? Мы, кстати, с тобой где-то бегали и видели болото. Мы там с тобой собирали вот эти вот всякие такие блинчики. Идем поспим. Но... мы там с тобой слизь вроде бы не нашли. Мы с тобой, помню, бегали и нашли только кувшинки. А вот именно слизь вроде бы мы не нашли. Хотя я не помню. Я в сундуке не пытался присмотреться. По-моему, нету слизи. Угу. Вот мы переехали в новый дом, и мне сейчас так неудобно бегать туда-сюда. Конечно, можно в подвале спать. Но вы такие типа, спите в доме, чё, крутой. На улице? Не, я не на улице. На улице проснулась, что ли? Не, я вышла на улицу. Мы же договорились, что пойдем рубать дерево. А, ну ты можешь это порубать дерево. Я хочу проверить, есть ли у меня слизюка. Да, у меня 6 слизи. Я не знаю, где я ее взял. Я не помню, чтобы она у меня была. Тогда мне нужны еще ниточки. Я сейчас себе постараюсь взять и скрафтить поводок. Так, как он делается? Где моя книга так рецептов от бабушки? Так и не один нужен поводок. Ну да, дофига нужно. Так, я сейчас пытаюсь его найти в книге рецептов. Я примерно помню, как он делается, но не хочу экспериментировать. Так, 3-4 нужно. Да, я сейчас дофига наделаю. Ай-яй-яй. У-м-м. Так, а ну-ка, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тун, ну все, больше не смогу сделать. 6 штучек. Ну, а много тебе дерева надо? Ну, чем больше, тем лучше только... Ой, я сейчас тебе доверил такое. Что? А мне страшно, ты сейчас там понарубакаешь всякого, и я потом выйду на улицу и не узнаю свой дом. Ну, я дома так, отошла. Это мне не нужно, это мне не нужно. Я возле какого-то данжа или что это? Что-то мне стрёмно, страшная ладно, иду. Страшная пещера. Так, ладно, смотрим по карте. Да, кошка куда-то далеко убежала. Далеко-далеко. На тут лугу бараны пасутся еще. Кошки. Бараны. Так, смотрим. Только не сильно уроды мне всю эту красоту. Я еще тут не дорубил, кстати, прошлая серия. Я хотел это все подоробовать, но нифига не дорубил. Нам сейчас нужно будет с тобой идти и где-то искать слизнячков. Слизнячков, коровок. У нас есть 6 поводков, то по идее за раз можно привести 6 животных. Потому что мы когда с тобой водили по старинке, там у некоторых людей бомбило сильно. Но мне нравится по старинке, типа, толкать там коровку. Подбегаешь к ней такой, типа, ушли домой. Идем домой, корова. Я буду тебя кормить, я когда-нибудь съем. Она такая, нет, нет, нет. Так, где ты? На, держи. Я возле дома. Я уже нарубил, кажется, столько дерева, что мне этого хватит. Так, ты мне, по идее, уже отдала, что ли, да? Да. Так, вижу, ты мне отдала. У меня, кстати, есть один кусок земли, который я не побоюсь использовать. Все отлично, я его использовал. Мог бы в дырку туда поставить. Что это за фигня? Я бегал по песку, и у меня что-то аж лицо пачкалось. Смотри, я бегаю по песку, у меня все пачкается. У меня ничего не пачкается. А ну-ка, нырять. Бум! Ой-ой-ой, ой-ой, вода в глаза попала, кошка, выныриваю, выныриваю. Ой, ядовитая вода, ядовитая. Блин, нифига себе. Крутяк, а ну еще раз. Жуть. Круто. Так, все, я покушаю. Офигеть, ну конечно тебе круто, у тебя же есть этот хвост, плавник, все дела. Аккуратненько. А ну-ка, танцуй под водой, пятерочку. Блин, лес, реально, водичку, водичку, водичку и пятерочку, кошка, в водичке. Так, а ну-ка. Водичка и пятерочка. Ой, отлично. Подводная кошка. Как это правильно можно назвать? Подводный денсер. Хей, давай, давай, веселей. Так, у меня сверстак есть, так что я далеко не пойду. Давай только не патимейкер, я не вынесу этого. Так, мне нужно много палочек. Где-то вот так вот. По-моему, я сейчас, кажется, наделаю слишком много того, что мне не нужно. Так, а ну-ка, вот так вот. Сделали 15. Сделаем еще. И даже останется 7. 23 я себе сделал рамки. В этих рамках можно будет даже какие-то трофеи располагать. Всякие фиговинки, которые нам понравятся. Да, все-таки далеко в склад ходить. У тебя, кстати, арбузы выросли, кошка. Да, они есть постоянно растут. Есть сундук с морковкой, в него можешь складывать всякую фигню. Тон, я тон, в курсе, тон, спасибо. Тон. Слушай, у меня дофига останется, реально дофига. Посмотри, вот я сейчас всякие эти фиговинки поразмещал, у меня даже еще осталось. Так, кстати, а что я там не закончил? Да, у меня железа не было. Ну ладно, так, а ну-ка, сундучок, закидываем деревяшки. Сюда мы закинем наши таблички. И вроде бы больше ничего оставлять дома мне не нужно. Я могу разве что яйца оставить. Нам курица еще не, яйца бери снесли. С собой. Так, курица, ну отойди. Отойди, курица. Нет, 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 курица сбежала. Ты выпустила. Так, тихо, я тихо, я знаю, что сделать. Я ее словил. Так, курица, идем со мной. Идем. Давай ее вот так сделаем. Так, подожди, подожди, убежу. Так, ладно, без паники, без паники. Стоп, 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 стоп. Это побег. Так, две курицы. Идем за мной. Идем за мной. Дилерон, куриный поводырь. Я сейчас так, закрою. Все, я их завел, все, я их завел. Отлично. Так, теперь нужно как-то у них забрать мои поводки. Так, отлично, забрал поводок. Так, отлично, забрал поводок. Так, все. Это самая тупая ферма из всех, что я видел, но она работает.
как-то странно, но работает. Так, я хотел тебе какой-то брони, что ли, сделать? Ты у меня бегаешь с тем рюкзаком или фиг с тобой. Не, я Хочешь похожу брони? У голая. меня просто больше нет железа, я тебе могу предложить ничего, либо ничего. Так, это, кстати, Ничего. переплавить нужно. Ничего. Так, отлично. Здесь, кстати, два яйца. Кошка, смотри. Ты заказывала яйца. Они Давай. Находятся, так что забирай их. В печке, которая над... Выше, 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 смотри. Так, я в нижней О, печке закидываю всякое. Яичники, так, отлично. У нас там железо перепечется. И можно будет взять и наделать себе хотя бы небольших улучшений для наших рюкзаков. Потому что у нас не самые крутые рюкзаки. Так, это мы закончили. Я тогда предлагаю с тобой пойти и попытаться найти себе приключение на попу. Как минимум хотя бы одну коровку. Кстати, нам, знаешь, с тобой, возможно, не помешают и ведра. Хотя я думаю, что мы приведем домой с собой кого-то. Так, а ну-ка, идем. Здесь у нас березки, березки. Грибочек. А что грибочек валяется? Грибочек, ты что приуныл? Он должен как-то расти. Я еще мечтаю о том, чтобы когда-нибудь сделать себе морковную, не морковную, а грибную ферму. Вот тут его посажу. Так, ну сажайся. Прямо аж есть захотелось. Грибочков захотелось кушать? Да, именно такие, Это все знаешь, потом поджигать вешенок. Можно, поджигать вешенки. Да. Я не специалист по грибам, так что я тебе ничего не скажу. Так, нам нужна была слизь, чтобы... потому что уже не нужна. И нужны коровы, чтобы сделать тортик, потому что я обещал тортик кошке еще в самую первую серию. Ты знаешь, у нас такое длинное путешествие было. Это просто, знаешь, вот сколько раз мы ходили за коровами. Это такое длинное путешествие было. Можно просто я приручу? Офигеть. Сердечко. А, не получится. Слушай, ну отстань от коровы, что она мукает? Отстань от коровы. Она ну, будет... Ладно. О, поводок порвался. Я забрала, держи, дерево. Вот тогда цепляй корову и веди ее. А я сейчас тогда на твоем чудо-верстаке возьму, сделаю нам... Блинчик, где мое все дерево? Кошка, есть дерево? Нет, я тебе все отдала, блин. Тогда, тогда, а куда тогда, ее вести? Так тут некрасиво Мурка. Будет. Ты ее Корова веди муж. Вот где-нибудь вот здесь вот. Вот тут вот у нас будут жить коровы. Корова, так, одна. А где одна корова загон, будет жить здесь. Все дела? Никаких загонов, у нас вольный народ, вольные коровы, что, которые. Нет, нет, подожди, подожди, не все так просто, охраняю. Не ведись на переговоры. То есть, если она будет тебе говорить, му-му, отпусти меня, не ведись. Она пытается тебя веду. Обмануть, она злая на самом деле. У нее очень злые нравы. Она такая, я вас всех убью. Она злая. У меня же глаза слезиться начали. Кошка, она на меня посмотрела, у меня начали слезиться глаза. Кажется, я заболеваю. Коровье бешенство. 100%. Как-то вот эта фигня делается. Вроде бы вот так. Да, заборчики, отлично. А сколько мне их нужно? Думаю, 3 даже много для меня. Так, смотри, что мы делаем. Ту-ту-ту. Тут не мукой, она, видишь, она пытается что-то сделать. Так, вот тыкни правой кнопкой по заборчику. Просто правой кнопкой. Отлично, ты привязала корову, представляешь себе? Так, все, одна корова. Это считай издевательство, давай загон сделаем. Я ее буду кормить, так, у меня есть чем, у меня нет чем, но я буду ее кормить. А что она жрет? Она ест, вон, травы много. Я могу ей морковку предложить, будешь морковку? Нет, не будет, все, до свидания. А, она сырую эту свинину ест. Так, да? Кошка, рыбешка, идем. У нас с тобой еще ответственное задание найти свинину. Идем, пошли. Очень ответственное задание найти так, свинину. Так, у нас уже есть одна. Так, я нашел барашку. Так, смотри, кошка, у нас вот тебе две поводки, возьми их в руки. Я вижу свин. Вон, два поводка. Бери, так, аккуратненько. Я пошла, вот она. Кошка, рыбешка. Так, смотри, ты берешь свинку. А я буду тогда везти барашков домой. Нам нужно 2 барашка. Так, барашек. Еще один барашек. Так, аккуратненько. У меня еще есть возможность даже коровку с собой еще одну везти. Давай, так, давай, идем. Аккуратненько, только смотри, кошка. Там их нужно привезти. И их нужно будет не к этому заборчику фигарить, а новые заборчики я здесь поставлю. Ну, ты поставишь, а я прифигарю. Да. Блинчик, давай. Надо было бы еще одну коровку. Плинтус, пошли. Так, смотрим, у меня 3, у тебя 1, это 4. Так, 1, 2, 3, 4. У тебя 2. Значит, ты кого-то еще могла с собой взять. Вот, блин, кошка. Блинчик. Ты могла там с собой еще одного. Да. Я веду 3, там еще было животное. Эй, запутался, малыш. Ты, по-моему, порвала. Не порвала поводок. Так, идемте. Так, смотрите, вы у нас здесь новенькие. Это кошачий огород, на котором растут растения в виде цветочков. Это экскурсия? Хотите, кстати, покататься? Да, мы покататься сейчас будем с ними. Так, ну-ка, залезай наверх. Залезай наверх. Это вертолет кошачий. Они не хотят кататься на вертолетике. Дерон, дай мне палку. Какую палку? А, я понял, что. Привязать. Сейчас у нас с коровкой проблемы. Сложно все.
Отойди, корова, отойди. Так, ну, конечно, целое стадо ведешь. Блин, ну тяжело все. Ладно, мы пошли обратно. Идемте в лес. Идемте в лес обратно. Так, все, теперь не в лес, теперь сюда идем. Так, обходим, обходим аккуратненько. Идем, идем, идем. Так, свинью нужно будет. Как насчет того, чтобы свинья жила возле воды? Водоплавающая, ну, давай. Свинка. Так, вот тогда свинью паркую вот здесь. Отличное место для свиньи. Так, а я один сейчас раз припаркую. Только? Да, один раз. Я сейчас припаркую своих барашков где-нибудь вот здесь. Я думаю, это отличное место для барашков. Так, кто у нас припаркуется? Все втроем сразу? Ничего себе. Так, как-то оно не так сработало, как я планировал. Так, а ну-ка, тихонечко, тихонечко. Я упала. Так, тихо-тихо-тихо. Так, барашка и барашка. Паркуемся. Так, а вот ты, мистер коровка, идем за мной. Вы будете жить вот с этой коровкой. Так, отлично, все. У нас пшеница с собой имеется, кошка? Пшеницы, кажется, нет. Нет, сейчас я возьму, домой приду. Дай мне, пожалуйста, свою вот эту вот поводочную веревочку. Пластик какой-то там. Отлично. Надо будет еще ниток добыть. Мы, кстати, с тобой охотники на скелетов, но уже пару серий мы скелетов с тобой нифига не трогали. Возможно, у нас с ними какое-то перемирие. Сейчас я свинюшку хочу привести. Сейчас, кажется, у нас с тобой война будет, кошка. Ну, не с тобой, а с кем-то, потому что темнеет. И, возможно, пришло время сразиться. Да, пришло время сразиться. Представь, крипер придет и всех животных растрясет и убьет. Ну, не знаю, будет жестко. Сними с себя пока рюкзак. И если у тебя есть какая-то куртка, одень куртку. Потому что только зря поломаешь рюкзак. Хотя вроде бы не ломается. Да, у тебя есть курточка. Лучше стемнело, так как свинюшка, быстрее бежим домой. Так, дополнительная мотивация. Морковка. Хочешь морковку? Ты у меня, кажется, съела морковку. Слушай, ни одной какашули нету от них. Ну, они воспитанные животные. А вот я бы хотела какашули увидеть. Хотела? Да. Ну, такое окошко, знаешь, удовольствие спорное. Я бы... Ни у барашек, ни у коров. Я бы нашел более интересное развлечение для себя, чем какашули смотреть. Ребята бы тоже хотели на какашули посмотреть. Ничего бы они не хотели, ты недооцениваешь. Хотели, ребята, напишите, кто хотел. Так, я даже сейчас сделаю освещение для всех. Так, вот так вот, освещение, ребята. Они были бы особенные. Освещение, освещение. Так, аккуратненько, освещение. Какое-то там освещение. Стик мне, красота просто. Надо, так, да. И вот здесь освещение. Так, сражение, кошка, или как? Наверное, сражение. Да, конечно. Пришло время отличных сражений. Так, я вроде бы больше не голодный. Я остановлюсь на свой вертолет и жду зверей. Иди на свой вертолет. Это у тебя боевая позиция. Блин, я офигею с твоего хвоста. Просто офигею. Коровки есть? А я с твоих промолчу. Нам сейчас нужно с тобой быренько кого-то завалить. Желательно, чтобы это был скелет. И побежать домой делать тортик. Пирог можно будет тыквенно сделать потом, потому что у нас нифига все равно не выросло еще. Ты где-то кого-то видишь, что ли? Ну да, только это не скелет. Не трогай барашка, барашки наши друзья. Так вот это нифига не друзья. Так он получает. Ну это мой, блин, был фраг, ты спер. Да что фраг, нам за них все равно ничего не дает. Нам скелеты только нужны. Если бы это был скелет, я бы с тобой даже не советовал. Сразу бы ворвался и снес бы ему носяру. Да. Так, скелеты. Блин, этот песок меня пугает просто. Ой, а что там в глазах было такое, знаешь как? Ну это когда ты бегаешь по песку, тебе песок в глаза попадает просто. Так, оно, монстр. Тихо-тихо, рубану, кошка, рубану. Будешь порубанная. Так, там морда плавает. Ни одного скелета, кошка. Так, а кошка. Где же скелеты, а? Они просто объявили нам войну. Они не хотят с нами сражаться, представляешь себе? Блин, вода холодная в глазах, все помутнело вообще. Да-да-да, и песок. Помутнело. Так, паук, плохой паук. Плохой паук, плохой паук. Так, отлично, паутинка. Нам пауки сейчас тоже нужны. Нам нужны паутинки. Иначе придется идти в пещеру. И в пещерке потом искать паутинки. Я бы не хотел этим заниматься. Ну, идем через дорогу, перейдем. Не хочу хотя бы одного паука найти. Ну, кошка, нужно за дела. Ты уже одного нашел, что за дела? Ну, тогда скелета хочу найти еще одного. У меня только одна ниточка и паучья лапка. Я думаю, они наверху где-то. Слушай, вода вообще, блин. Ой, кошка, нужно вылезать из воды. Нужно вылезать. Холодная ночью, вода холодная, капец. Просто замерзаю. Криперы, ну это фигня плана. Так, ну-ка, пум! Тихо-тихо-тихо. Пум-пум-пум! Тихо-тихо-тихо, брат, тихо, не убивай. Блин, два психа. Ну хорошо, хотя бы землю не поломали, это уже хорошо. Скелет, мистер скелет. Нифига, звезды упали. Видел? Это я выкинула. Звезды выкинула, да? Да. Конечно. Серьезно? Ну конечно, блинчики, я ногу, кажется, подвернул. А ты мне тут рассказываешь. Я ногу подвернул, пока ты мне сказки рассказываешь свои. Кто-то где-то рычит. Может, в пещере не есть? Так, а ну-ка, давай-ка зайдем там сюда. Там маловероятно. Так, кто-то здесь есть. Отличная пещера, тебе это тоже пещера, нравится, да? Это пещера, просто знаешь. Я-то буду хотя бы кусок железа. Так, немножко угля. Все-таки опыт. Можно будет что-то зачарить себе. Давай, ты рубай, я забираю. Слышь, я не согласен на такое.
Сейчас я эту хвостатую... Так, тихо-тихо, мечом. У нас волшебный меч есть, волшебный меч. Ну да-да-да, но он вообще мало атаки дамажа дает. Атаки дамажа, поехавшая. Так, она убить. Волшебный меч очень отлично убивает руду. Против обычных монстров он бесполезный, но против руды он просто самый лучший. Мы с тобой просто давно не добывали руду, из-за этого ты думаешь, что он бесполезный, но он почти с одного удара убивает. Так, пум, 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 пум. Нифига себе, ты жесткая какая фигулька. Техложетом, что ли? Да уже все, Джерон. Ой, с него кровячка, босс фрагмент 4. А, ничего себе. Да, там уже совсем скоро нам на босса хватит. Так, а ну-ка. А я тут думаю, что за кровячка. Ну, мы будем в любом случае с тобой сражаться с боссами. Это только вопрос времени. Ладно, идем домой. Я думаю, что если мы где-то кого-то найдем, то отлично. Если нет, то ну фиг с ним. Тогда я пойду себе тортик делать. Просто очень хочу тортика покушать. Ту-ту-ту-ту. Либо на следующей серии можно тортик оставить, а сейчас все-таки кого-то найти, потому что будет обидно. Пообещали найти хотя бы одного скелета. Они нас боятся с тобой, кошка. Ты нас вообще в зеркало видела? Ты посмотри на эту фигню. А вот именно, они ты тебя посмотри боят. На эту фигню, блин, с рогами, демоны, с копытами. Я на сатира похож, а кошка на русалку. Боже. Если вы не знаете, кто такой сатир, можете загуглить. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой! Что там происходит? Я сейчас умру! Я умерла! Блинчик! Блинчик, монстры! Монстры! Я умерла, что мне делать? Блин, сдохни! А я кошачий опыт получил. Получай, забери морда. Забери все мое. Я не могу. Можешь ко мне телепортируйся на свою последнюю точку смерти. Блинчик. Блин. Блинчик, он стрёмный. Он стрёмный. Офигеть, он такой стрёмный. Кошка, ты пришла? Нет. Так, быстрее. ТП-шься на последнюю точку своей, где ты умерла. У тебя на карте есть отметка, либо телепортируйся ко мне. О-о-о. Сейчас. ТП дилерон, быстрее. Так, нужно завалить всех монстров. Так, получай. Так, вот получай. Я. Сзади ты умерла. Вот сзади. Так, я все забираю свое. Офигеть. Что там у кошки есть? Жесть. Не забудь свой меч забрать. Ты бы лучше бы щит одела. Мне, кстати, тоже бы щит не помешал. Потому что щит это дополнительная защита, как ни крути. Одним только щитом можно защититься так, что тебя никто не тронет. Ну, ладно. Так, давай-ка гляну. Все, можно закапывать кошку. Отлично, хороним. Все, я похоронил тебя. Блин, это жестоко. Это жесть. Я тебе говорю, эндермены, то есть даже это не эндермен, это марионетка. Такая. Она очень жесткая. Я тоже. Она очень жесткая. В глазах просто начинается какая-то истерика. Кошка. Ты яички собираешь? Да, это мои яички. Я их собрал всех. Так, нет, я вижу это мои крипера. Яички. Так, крипер, а ну-ка пошел. У нас возле дома бабка ходит. Представляешься, бабка ведьма. Слушай, давай ее замочим. Тихо. Так, все, я вырубил его. Нифига себе, он чуть не взорвался, у него в глазах потемнело. Так, вот еще один. Тихо, Марат, ну получай. Тихо. Так, я хочу проверить. Я отразил от него стрелу. Так, отлично, я его вырубил. Дилерону засчитали убийство, у него было 33, сейчас 34. Из него выпали фрагменты скелета. Слышишь, а что? Когда ты умираешь, все эти уровня сгорают? Ну, кто-то просто успел забрать все твои уровня. Математика. Это ты, что ли, был? Кошачья математика. Я вижу скелета. Кошка, давай сражайся, я пошел скелета валить. Воу, нифига себе, он жесткий. Так, а ну-ка, тихонечко. Так, парень, тихо. Я помогу сейчас тебе. Так, парень. Ой-ой-ой. Так, ну-ка, получай. Все, я вырубил его. Отлично, 35 киллов. То он у меня меч забрал. Ах ты ж проклятый моська. Нифига себе. Ой-ой-ой-ой. Одно сердце. Дилерон, беги. Дилерон, беги. Беги. Свинка, не трогай меня. Не трогай меня. Да, сейчас мы его замочим. Кошка. Все, уходи. А, пошли вон. У меня сердце просто бьется. Что происходит? Отлично, Дилерон. А, какая жуть. Все отлично. Блин, он у меня забирает мой меч. Я не знаю, кто этот монстр. Он просто вырывает у меня из рук меч. У меня сердце бьется, кошка просто да, бьется сердце. Я думаю, что тортик будет в любом случае в следующей серии. Вот даже факел поставлю, чтобы было как-то светлее, не так страшно. В общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас играли и комментировали Дилерон и Мини-кошка. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Заливайте на мой второй канал. В следующей серии будет тортик. Реально, 30 тысяч лайков и выходит следующая серия. Всем до скорых встреч. Ой. Ой-ой-ой. В общем, всем спасибо, всем пока-пока. Пока. Вот это жуть.